Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Lean Hustle, и только что были объявлены итоги первого сезона X-Empire и второго тоже, и мы можем посмотреть, сколько всего токенов мы получили. Наконец-то это стало возможно, вот 21.00 18 числа. Сейчас разберем вообще все, я сам только вот зашел, посмотрел, и как, что работает, давайте во всем разбираться. Итак, вы имеете 489 тысяч. Всего я получил вот 830 плюс 66 плюс 6 и 414 тысяч у меня вычли за то, что они уже лежат у меня в формате NFT-шек, потому что я получил их еще, когда можно было их сминтить. Соответственно, всего я получил 414 тысяч плюс 489. Давайте посчитаем. 414 тысяч плюс 489 тысяч 961 токенов, то есть это 903 тысячи токенов. Потом разберемся, сколько это в рублях, все такое. И вы можете пожертвовать несколько токенов. Выберите благотворительную программу. Благотворительность Павел Дуров, команда. Ну, это вообще, конечно, шок, что тут можно что-то на благотворительность отдать. Ну, скорее всего, это потом как-то повлияет. Возможно, я вот минималочку им закину. Кстати, кнопки назад почему-то нет, поэтому придется перезайти. Сейчас мы посмотрим. Окей, благотворительность, вообще какой-то нонсенс. Я, честно, нигде не видел, чтобы такое добавляли, но окей. Далее, можем вывести на биржи. Ну, собственно, все биржи, которые объявлялись, они и остались. В итоге Binance, кстати, нет. Хотя многие его ожидали. Ну, что все равно 2-1 биржи есть, это OKX и Bybit. Tier 2 BitGet. AB Exchange также, который вот был в хомяке, ну, кошелек Telegram, опять же, не рекомендую его использовать, и вывод на некастодальный, кстати, будет с комиссией, на все остальные он без комки. А давайте, когда я получу свои токены? Ну, если вы подаете заявку, токены на вашем счету появятся в момент листинга, на момент на бирже. Что это значит, что 24-го у нас листинг, и, соответственно, 24-го за 2 часа, за 3, как обычно, они придут к вам на биржу, как это было с остальными аирдропами. В чем разница между офчейн и ончейн? Офчейн транзакции, ну да, это и так понятно, что ончейн, там надо будет заплатить 0.1 тон. То есть это вывод на ваш некостальный кошелек, например, на тонкипер. А 0.1 тон это 50 рублей. А могу ли изменить биржу, если выбрал одну? Да, можно. Какой датой я могу вывести токены? Почти получается 2 недели. А нет, стоп, всего неделя будет даваться, да? 31 октября, да, неделя будет даваться. Почему мне следует удерживать или покупать токен X? Здесь просто говорят, что надо будет его удерживать, потому что они какие-то обновления будут выпускать и какое-то применение у токена будет. Окей, я буду только рад держать и холдить токен до лучших времен. Посмотрим, что из этого получится. Как я могу обменять NFT-ваучер на токен? И опять же, после листинга, то есть 24 числа, можно будет обменять. У меня вот на кошельке их лежит 6 штук по 69 тысяч. Важные заметки. Итак, в некоторых случаях биржа может отказать вывести ваши токены. Ну окей, да, это понятно. Если вы не занимаетесь мультиакингом, если у вас все норм с документами, никаких проблем, конечно, не будет. Итак, холдер. Кто является X-холдер? Тот, у кого за последние 30 дней баланс X всегда был больше нуля. Все просто. Вам не нужно отправлять или замораживать эти токены, просто держите их в кошельке или в блокчейне. Ну, я, собственно, это и собираюсь. Значит, airdrop будет повышен для их же проектов, то есть я думаю, ни для кого не секрет, по крайней мере, что The Gators и Hrum, это были их проекты. Про эти, если честно, я не слышал, видел только что реклама появлялась, ну, очевидно, что это их тоже проекты, и соответственно, airdrop будет больше, если вы будете держать у себя на кошельке вот эти X-токены. Опять же, я собираюсь держать, продавать ничего не буду. И, значит, применение. Вот, кстати, наконец-таки они показывают, куда можно будет применять их токены. Давайте посмотрим. Итак, приложение, которое можно каждому пользоваться. Feed. Одно место, где вы можете просматривать все сообщения с каналов, на которые вы подписаны. Находить любой канал. Эксклюзивные функции для владельцев X, которые недоступны обычным пользователям. Опять же, если за это не надо платить, а именно владеть, я буду только рад. То есть это будет feed, ну то есть это как лента условно будет, в которой будет все сразу сообщения из каналов, на которые вы подписаны, не нужно будет заходить. Ну, опять же, не знаю, мне это не актуально, но окей, пусть будет, возможно, кому-то это нужно. Langs, одно приложение для легкого изучения 100 языков, окей. Особые условия для держателей X, очевидно, будут какие-то платные курсы за них. Sleep, 75 рублей, имеют проблемы со сном, ну это уж 100%, думаю, каждый, кто смотрит, имеет хоть какие-то проблемы со сном. Так, и здесь, очевидно, за эти X-токены вы сможете приобрести какие-то подписки на улучшение сна. Ну окей, кстати, пока выглядит прикольно, опять же, не то чтобы это захватит мир, как они обещали, но это хоть что-то.
Итак, значит, вроде все разобрали. Куда я вам советую выводить? Ну что, я-то, конечно, буду на некастодайны выводить, поскольку я продавать не буду. Опять же, будете продавать, сразу выводите на биржу и желательно стаканом сливайте. Потому что он все равно будет изначально падать, и вряд ли он там будет, как, ну, в течение дня, возможно, он камбэкнет, окей, по цене. Но не думаю, что очень сильно там даст иксы, условно, сразу же. Но, а так я рекомендую вам держать, поскольку если вы не выходите из play-to-earn движухи, то обязательно держите токен, поскольку другие проекты дадут плюс к аирдропу за то, что они у вас тупо есть. А в хрум я вам опять же рекомендую залететь, обязательно заходите вот в телегу, значит вот QR-код, или же просто вбейте в поиск LH нижний подчеркнуть крипто 1, а лучше вот так сделайте, просто себе в LS напишите LH крипто 1 и просто отправьте и перейдите по ссылке, потому что поиски иногда не выдает. Обязательно подписывайтесь, здесь больше всего контента, вся, и я вот здесь выкладываю самые быстрые новости, там сколько стоит на премаркете, это мы сейчас посмотрим тоже. В общем, подписывайтесь, точно не упустите ничего. Окей, если вы будете продавать, выводите на биржу, желательно на Bybit или вот на BitGet, если что. Было очень удобно продавать, я когда кэтсов там сливал, там буквально все в два клика, в USDT переводишь, выводишь все на этот криптобот и продаешь. То есть в этом плане именно BitGet меня порадовал, потому что там в сети тон, еще комиссия 0, ну на Bybit тоже. В общем, смотря что у вас есть, вот туда сюда выводите. Ну, опять же, я не рекомендую кошелек телеги, рекомендую вам халдить. 50 рублей там заплатите комиссию, будете держать токены. Итак, давайте посмотрим, сколько мы там насчитали у меня токенов. 903 тысячи. Давайте, X Empire Pre-Market. Сейчас мы просто посмотрим, что к чему. Так, ну вот давайте откроем и на BitGet, и на... А, это NFT-шек, да? Ну, NFT-шки, ладно, они не так сильно интересуют, но опять же, тоже от них можно отталкиваться. Вот смотрите, на BitGet у нас цена 0.3024. Давайте умножим вот это на 0.0024. То есть это примерная цена по премаркету. Это будет $216. То есть вот всего я получу $216. Да, это не особо много, к тому же они вот сейчас рухнули на... Ну, не рухнули, да, это так они... Ну, в общем, изначально, когда я заходил, там было 3.9. Где-то 2 дня назад упало до вот 0.241. Ну, собственно, это $216, окей, нормально. Не то чтобы это супер много, но все равно хорошо, тем более я буду держать и надеяться, что вырастет хотя бы там в 1.5-2 раза, и уже тогда можно будет часть зафиксировать. Я хотел найти, если честно, еще кто-то запускал, насколько. Вот да, Bybit, возможно, у них есть. Но почему-то не выдает. Не знаю, видите, кучу каких-то, какой-то рек... А, вот, наверное, да, X, потому что надо было так, наверное, набирать. А, нет, это просто анонс. Ну, окей. Да, вот, значит, написали, что появится на Bybit, но не нашел у них, к сожалению, премаркета. Ну, что сказать. Надеюсь, я вам все подробно объяснил. То есть, примерно вот на эту цену ориентируйтесь, умножайте свои токены на количество... Ну, вот на вот это число примерно, окей, это еще не факт, скорее всего, будет чуть ниже. Пишите в комментах, сколько у вас получилось, думаю, все равно будут недовольны, хотя по факту не так уж сильно и много и требовала игра. Кстати, самое интересное, что я реально получил за NFT почти добрую половину, что вообще кайф. Что такое Bloomers, не совсем понимаю, это, видимо, когда был коллап с Bloom'ом, за это вот какой-то дали бонус. И за второй этап, в который мы играли довольно долго, дали всего 66 тысяч, не знаю, мог и не играть, то есть ничего бы не... Вот давайте даже посчитаем. 66 на сколько там? 0.0024, сколько это? $15? Ну, хотя ладно, да, нормально, там по 100 рублей в день за то, что я заходил два раза, в принципе, неплохо. Ну что ж, друзья, всем огромное спасибо. Если остались комменты, то вопросы какие-то, то переходите в наш чат. Здесь общаемся, активное обсуждение, Lean Hustle чат. Сканируйте QR-код, переходите. Всем спасибо, всем пока.